привет! Меня зовут Светлана, и я рада всех приветствовать, кто заглянул ко мне на канал. И сегодня я хотела бы рассказать о небольших обновочках, которые мне пришли с китайских сайтов. Если вам это интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Со мной связались представители сайта CN Direct и предложили выбрать кое-что попробовать. Итак, что же я выбрала? Значит, первое, что я выбрала, это вот такую вот совершенно чудесную кофточку с мороженками. Это мечта моей дочки, она мне ее показывала много-много раз, и когда я увидела на сайте, я сразу же решила ее заказать. Она идет в таком вот очень красивом нежном бело-розовом цвете, с такими вот очень красивыми мороженками. Просто обалденный рисунок, конечно, я сама, когда ее увидела, она мне очень понравилась. Ну, я уже как бы не по возрасту, она мне, к сожалению, хотя очень приятная. К лицу, возможно, когда-нибудь я даже сниму в ней видео, потому что она мне, в принципе, как раз. Она очень такая большеватая. На сайте она стоит $4. Я считаю, что очень недорого. Идет она в 4 размерах. Я заказывала для дочки размер S-ку. И она довольно такая большеватая. В принципе, она и мне как раз. Но она короткая. В чем ее фишка? То есть сейчас модно, чтобы был животик виден или как-то так, чтобы с завышенными шортиками, юбками носить. Вот, поэтому она такая, ну, в принципе, она довольно большевата. Ей она очень свободная, но ей нравится, чтобы она была не в обтяжку. В общем, мы очень-очень остались довольны этой кофточкой. Она смотрится так красиво, так нежно. Она сейчас из нее просто не вылазит. И у нее довольно приятный материал. Конечно, это синтетика, но она такая довольно тянущаяся и приятная к телу. Значит, размер... М-ку я заказывала. Вот такая вот фирма какая-то, Балаоки называется. Сзади она смотрится точно так же, без всяких вставочек. В общем, для за $4 это просто обалденная вещь. Я могу вам всем посоветовать, кто видел, кто хочет такую же очень красивую маечку. Тем более у нас сейчас еще продолжается лето. И, в общем, просто обалденная вещь. Мне она очень-очень понравилась. Дочка вообще от нее в восторге в полнейшем. И я очень рада, что мы ее заказали. Тем более за $4. Вот, могу всем посоветовать. Кто себе, молодым девочкам, она будет просто... Очень красиво смотреться и с шортиками, и с джинсиками. Она носит их сейчас с джинсами. Вот эту маечку смотрится просто обалденно. Это была вот такая совершенно чудесная рубашечка. Вообще на сайте она выглядит как джинс, но на самом деле это просто хлопок под джинс сделанный. Он такой тоненький-тоненький, прозрачный практически, просвечивающийся. Вот такая вот очень нежного голубого цвета рубашечка. Я вот сейчас смотрю, она так красиво смотрится в камеру. Ну и так тоже. Я взяла самый большой размер, это L-ка. Вот такая вот. Здесь подкачиваются рукавчики, подкручиваются. Смотрится так тоже очень красиво, стильно с подкрученными рукавчиками. Вот здесь идут более светлого цвета ткань. Сзади идет полукруг. А спереди такие вот удлиненные зауженные кончики. Пуговички идут совершенно обычные. Такие вот пластиковые, пластмассовые. Вот, рубашечка очень легкая, очень приятная к телу. Но мне, к сожалению, она маловато в груди. Я как бы застегиваю, но у меня получается там все торчит, топорщится, выглядывает все то, что не нужно. Вот, но она, слава богу, у меня есть кому носить. В нее просто влюбилась, опять же, моя дочка. Она очень любит всякие рубашечки. Сейчас среди молодежи это очень модно. И ей она просто подошла, в принципе, хорошо. Конечно, она и большевата слегка. Если бы я размер поменьше взяла, она была бы ей просто идеально. Но это тоже, ее можно носить и просто как накинуть вечером, когда прохладный вечерок будет. И так носить застегнутый тоже просто обалденно смотрится. Я обязательно вставлю, как это смотрится на ней. Мне она очень-очень понравилась, она хорошего качества, хорошо сшита, везде все прострочено идеально, никаких ниток нигде не торчало. Здесь спереди идут кармашики настоящие, не обманки. Она очень этому обрадовалась, что можно, если что, положить сюда что-то. В общем, смотрится очень нежно, красиво, и я думаю, что... А с джинсами вообще смотрится обалденно. Я очень рада, что у меня есть кому носить такие вещи, и моя дочка с удовольствием будет ее носить всю осень. Вот такая вот чудесная рубашечка. На сайте она представлена, кстати, в двух цветах. В темно таком,
джинсовом цвете, темно-синем, и вот такая вот светленькая. В трех размерах, M, L и XL. Я взяла L-ку, то есть по размерной сетке, по идее, она должна была мне подойти. Там написано до бюста 100 сантиметров. Но у меня 98, и мне она как бы маловато получилась. Поэтому получается это немножко маломерка. Надо было брать XL-ку на меня, но хорошо, что есть дочка, теперь она будет ее носить. Я хотела ее одевать, чтобы с ожерельем каким-нибудь. Ну, может быть, когда-нибудь и одену тоже для видео, потому что для видео сняться, в принципе, нормально будет. Но носить, к сожалению, я ее не смогу. Но я очень рада, что у меня есть дочка, и она ей очень-очень понравилась. С огромным удовольствием будем ее носить. И стоила эта рубашечка $8.77. Я считаю, что для такой рубашки хорошая цена. Ну и третья вещь, которая мне очень-очень понравилась, наконец-то подошла именно мне, это вот такая вот блузка. Я ее очень давно заприметила еще на Алиэкспрессе, она у меня лежала в корзине, и я уже практически ее купила, но когда увидела ее на этом сайте, я сразу же взяла ее и очень-очень обрадовалась, что она есть. Она очень-очень красивая, просто обалденная. У меня есть похожие расцветки платья, тоже заказывала с Алиэкспресс, и теперь у меня есть такая блузочка. Блузка просто идеально на работу. Я ее буду обязательно-обязательно носить всю осень и зиму. В общем, она из очень красивого, плотного такого довольно материала, шифона плотного. Он не просвечивается, что мне больше всего понравилось. Вот такой вот он довольно, вот моя рука вот не просвечивается. Вот, очень приятная к телу эта ткань. Легкая, не парит, то есть не потеешь в ней. Очень приятная к телу. Стоила она всего $5.53. Просто идеальная цена для этой блузочки, я считаю. Идет она также в 4 размерах. Я брала самый большой размер XL. И он мне идеально подошел на мой 46-48. Вверх у меня 48, низ 46. Просто обалденная блузочка. Мне очень нравится именно вот этот ее вырез спереди. Он так деликатно, но ничего не проглядывает там. Но такой деликатный вырез, немножко так тело видно. В общем, красиво очень это смотрится, очень нежно. Сзади идет тоже вырез. И здесь идет пуговичка. На рукавах. Рукава немножко зауженные к низу. И тоже идут две пуговички вот такие вот. Вот, просто обалденная блузочка. Идеально смотрится и с юбкой, и с штанами какими-нибудь черными, однотонными. Очень сильно, очень нежно, обалденно. Я просто в восторге от этой блузочки и буду с огромным удовольствием ее носить. Спасибо большое сайту, что предоставил такую возможность ее попробовать. Вот эту блузочку могу с чистой совестью всем посоветовать. Я думаю, что она вам тоже очень-очень понравится. Ну и последняя вещь, которую я хотела показать сегодня, это пиджак. Вот такой вот совершенно обалденный, небесно-голубого цвета. Это у меня уже был сайт Dressing.com. Вот такой вот очень красивый пиджачок. Обалденное качество, очень хорошо везде прострочен, сшит просто обалденно, вот такой вот, и цвет, просто, я считаю, что очень мне идет такой вот небесно-голубой. Значит, сзади этот пиджачок идет как с баской, то есть тут снизу такие два валана, спереди они тоже имеются, но уже не так, они тут сбоку, спереди прямо. Единственное, что мне не очень понравилось, это пуговица. Пуговица, она как-то немножко дешевит. Я обязательно здесь сошью какую-то другую пуговицу. И вообще, я пиджаки обычно ношу, не застегивая, нараспашку. То есть. Вот, рукав мне идеально подошел. Вот, по плечам тоже все идеально. Вот тут вот рукава, как фонарики идут. Подплечники внутри, такие довольно плотные. Материал очень такой... Довольно хороший, не дешевый, не синтетика какая-то, а довольно плотный такой хлопок. Вот, хлопок с каким-то примесью какого-то другого тянущегося материала. Очень хорошее качество, мне понравилось. Пиджачок просто обалденный, смотрится красиво, дорого. Я буду осенью с огромным удовольствием его носить. И вот эти вот валанчики, особенно сзади, придают такую изюминку этому пиджачку. Не обычный какой-то пиджак, а вот именно с валанчиками, вот с этими, с баской. Смотрится просто обалденно. Опять же, под
под брюки, под черный, под юбку светлую, смотрится классно. Я мерила и под то, и под то. И такой создает официальный вид, так скажем, какой-то начальниц, так скажем, какой-то респектабельный, так скажем, вид. Вот, очень понравилось мне качество, обалденное. Действительно, я очень рада и благодарна сайту, что они мне прислали этот чудесный пиджачок. Вот, с огромным удовольствием буду его носить. Значит, пиджачок стоил $28, но я считаю, что он этого стоит, потому что качество его действительно классное. Он идет в трех цветах, он идет в трех размерах, я брала, конечно, самый большой размер XL. По таблице, ну, он, конечно, мне застегивается, но так довольно плотновато. Вот, поэтому на 46-48 он идет впритык. Вот, и идет в двух цветах. Есть такой белый пиджачок, но белый пиджак у меня есть, поэтому я не стала брать белый. А вот такой красивый, очень синий цвет, я считаю, что мне идет. Я рада, что его взяла, буду с огромным удовольствием его носить. Такой офисный вариант, просто супер, я считаю. Вот, вот такой вот красивый пиджачок. Спасибо большое сайту, что предоставил возможность его попробовать. И хотела показать еще одну покупку, которая пришла нам недавно с AliExpress. Это вот такая вот замечательная кофточка или свитшот, как сейчас модно говорить, которую очень хотела моя дочка. Увидела она у кого-то на улице или... И также она очень любит все, что связано с этим мультиком «Время приключений». Вот, она очень хотела такого нежно-розового цвета, вот с этим вот главным персонажем, как я называю его, пупыркой. Вот, вот такая вот очень милая кофточка. Смотрится она очень здорово. Здесь такие красивые яркие цвета. Материал, конечно, это полиэстер, но очень приятный к телу. Тут по низу идут вот такие манжетики и снизу тоже. Он идет свободный, хотя я взяла ей размер М-ку, то есть как бы по параметрам это ее размер, но она ей очень свободная и даже подойдет отлично на мой 46-й. Ну, конечно, я ее носить не буду, но я ее мерила просто ради интереса, и она подошла мне как раз, в общем. В общем, это как раз мой размер. Ну, так как она любит, чтобы было посвободнее, подлиннее, то есть она и получается как такое мини-платье, попу прикрывает, и она носит и его с, или с джинсами, или с какими-нибудь лосинами. Вот, очень красивая кофточка, нам очень понравилось, как она смотрится. Мы заказывали ее на Алиэкспрессе. Я оставлю ссылочку на продавца и на отзыв, который я писала на эту кофточку. Если вам интересно, обязательно зайдите. Ну и, конечно же, ставлю сюда фотографии, как она смотрится на дочке. Вот такая вот замечательная кофточка. Кому нравится так же, как моей дочке этот мультик, могу посоветовать смело. Хорошая вещь. Ну, вот такие вот у меня были новиночки на осень. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, я вам оказалась чем-то полезной. Все ссылочки будут под видео. Заходите, смотрите, заказывайте. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.